«Витископ». Игра «Майами», насколько они раскрыли свой потенциал. Ну, вообще тяжело сказать, есть ли у этой команды потолок. Пока в этой команде играет Уэйд, пока в этой команде играет Леброн Джеймс, пока в этой команде играет Крис Бош, эта команда всегда может прибавить. Всегда может на каком-то коротком отрезке матча или на всей дистанции показывать великолепный баскетбол, доминирующий, атлетичный, скоростной, и выигрывать матч и серии. Мы это видим. Конкретно, если говорить об серии с Индианой, то мне кажется, что потенциал Майами был использован процентов на 70-80, не больше. Не для этого мы ждали год и смотрели на турнирную таблицу Востока, где Индиана была выше Майами и должна была получить преимущество в своем поле, она его получила. Мы не увидели той запредельной самодачи, борьбы, которую можно было ждать от Индианы. Это раз. Второе, Майами полностью перекрыла кислород большим Индианы. Ну, три из четырех матчей точно выигранных Майами прошли за явным преимуществом этой команды. Чего не хватило Индиане? Как я уже говорил, плохое движение мяча, отсутствие каких-то комбинаций двоечек с большими, плохая атака с периметра. Все это привело к тому, что Майами довольно уверенно выиграла эту серию. Даже с учетом того, что в одном матче был выключен полностью Леброн Джеймс, даже в том, это было в пятом матче, даже в этой игре, практически до самых финальных секунд, в Майами был шанс зацепиться и закончить серию 4-1. Но этого не произошло, на шестом матче все стало на свои места. Мы увидели очередной разгром от Майами, и эта команда идет в финал. Ну, от Индианы я ожидал большего. Витископ. Спортивное видео.